По поручению главы государства резиденции президента в 5 городах Казахстана передают детям. Сегодня в Жамбылской области на базе бывшей резиденции открыли учебно-оздоровительный центр. Теперь у школьников круглый год есть возможность заниматься творчеством и поправлять здоровье. Мои коллеги побывали на открытии заведения. Детский центр «Мольдербулак» расположился на 10 гектарах. Учебно-оздоровительный комплекс рассчитан на 50 детей. В течение всего года здесь могут учиться и отдыхать ученики 5 и 9 классов. Центр создан для интеллектуального развития подростков. Для этого подготовлена вся материально-техническая база. Проведен качественный ремонт, приобретено современное учебное оборудование. На все это из бюджета выделено 610 миллионов тенге. В ближайшее время по возможности будет рассмотрен вопрос по увеличению местного бюджета. Ежегодно в центре смогут отдыхать около 1000 подростков. Это одаренные и талантливые школьники, а также дети из малообеспеченных семей, дети с особыми потребностями. В сентябре у наших учеников в течение 20 дней будет проходить специальная образовательная программа. Кабинеты наши оборудованы по последнему слову техники. Центр охвачен высокоскоростным интернетом на 100%. В образовательном центре работают 10 различных кружков. Половина из них ведется в национальном направлении. В эти дни здесь уже успели принять первую группу детей. Мы приехали 3 дня назад. Здесь действительно хорошо. Природа красивая, воздух чистый. У нас появилось много хороших друзей. Еда вкусная. Я советую каждому побывать здесь. Очень круто. Вожатые добрые и веселые. Каждый день мы играем в разные игры. Помимо учебы и развивающих кружков, для детей доступны коворкинг-центр и гольф-клуб, а также несколько спортивных площадок. Нургуль Абилина, Мирей Баед, Бахаджан Бапаев, Руслан Ахатилла, Хабар 24, Жамбылская область.